Так, всем доброе утро. Hello, bonjour. Сегодня у нас Рош Ходеш, Адар. Увеличиваем в радости. Это самый радостный месяц года. Начинается сейчас. Мы увеличиваем в радости. Прямо. Но у меня всегда, я обратил внимание, у меня в Адаре всегда усиливается Ецарара. И мне не хочется радоваться. Мне очень хочется радоваться наоборот. Есть месяц Ав. Это когда написано, что надо уменьшать в радости, запрещено радоваться. Мне в Адаре у меня отличное настроение. А в Адаре, когда надо радоваться, то есть каждый день мы сейчас должны увеличивать в радости. Вместо этого мне очень какие-то события, так очень напряженно начинается месяц. Но с Божьей помощью сейчас все пойдет лучше и лучше. Надо в это верить, потому что если человек верит, что все пойдет лучше и лучше, так оно пойдет лучше и лучше. А если он не верит, что пойдет лучше и лучше, так оно и не пойдет лучше и лучше. Понятно, да? Хорошо, все, мы собрались. И теперь у нас 12-й, у нас сегодня 208 урок, 27 глава притчи царя Соломона, и мы находимся в 12 отрывке. Сразу давайте 11 вспомним, что говорил царь Соломон своему сыну, и это как бы иносказательно, то есть надо понять, что когда человек, вот как царь Соломон, он полностью наполнен Торой, вот у него голова наполнена Торой, он знает всю Тору, он молится там 3 раза в день по часу, общается с Богом, и он не просто он молится, он, значит, жух, настроен с Богом на одну волну, у него прямо, вот что такое молитва, да, ты стоишь в молитве Шмона Эсре, это 18 благословений, и ты стоишь в этот момент и повторяешь, есть 18 благословений в этой молитве, и ты начинаешь, первое благословение там, защитник Авраама, то есть ты вспоминаешь, откуда все пошло, что был Авраам, Ицхак, Яков, они с Богом соединились, все. Второе благословение, что ты оживляешь мертвых, третье благословение, там кадош, 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 оп, ты настроился, ты как бы себе напомнил в молитве, кто такой Бог. Ну, то есть, с кем ты вообще разговариваешь, кто такой, где вообще центр мира, и вообще кто, обычно человек, он погружен в какие-то детали, там, сейчас кофе попью, туда схожу, это сделаю, то есть, он как бы думает, что мир состоит из деталей, а в молитве ты становишься, оп, настроился, что есть только Бог, и все это его проявление, и есть единый центр управления полетами, все синхронизировано, то есть, все нет ни одной детали, которая была бы сама по себе. Все связано в единую систему, и ты в молитве, оп, настроился, потом ты начинаешь Бога просить. Первая просьба, кто знает, о чем евреи религиозные просят Бога, первая просьба, то есть есть 3 первых благословения, это ты, как прославление Всевышнего, ты напоминаешь себе, кто хозяин мира, себе напоминаешь, а потом ты сразу начинаешь его просить. О чем просят евреи первая просьба? Нет, о чем просят? Дальше идут просьбы. Но первая, самая главная просьба евреев в молитве Шмона Эсре 3 раза в день мы молимся. В молитве Шмона Эсре, в молитве Амида, в молитве, которая главная молитва 3 раза в день. А? Какие уста откроют? Атафанен ли Адам Даас? Нет, ты даешь человеку ум, мудрость, ум. И ты даешь человеку бина, даешь логику. Дай мне мудрость, логику, божественное знание. То есть мы просим от Бога мудрость. Вот поэтому у евреев 25% Нобелевских лауреатов выпросили у Бога мудрость. Все поколения, начиная с, установили молитву, когда построили второй храм. Вот мудрецы тогда, когда построили второй храм, установили молитву. Это 2500 лет назад, 2400 лет назад. И с тех пор евреи молятся 3 раза в день, просят в общественном и просят во множественном числе. Дай нам мудрость. Понятно, откуда мудрость? Выбросили от Бога, потому что мы в Мишле учили, что Ашем нотен хахма мипив дарут вана, что Бог дает человеку хахму, божественную мудрость. Вот то, что мы сейчас учим, это божественная мудрость, это знание, как работает мир. Мипив от Бога дат восприятие и твуна логика. Потому что когда ты получил аксиомы, ты получил правила. Человек живет в мире правил. Вот, например, Беня знает, что, например, после первого они закусывают. Вот он знает уже все. Между первой и второй можно выпить еще 6. То есть у него есть некий набор правил, по которым он живет. Понятно, да, образно? У каждого человека есть набор его правил. Но если правила не работают, если его обманули в детстве, ему дали не те правила, то что он может в этом мире добиться? Ничего. Или проблему может себе создать.
Хохма – это божественная мудрость, когда нам Бог сообщил правила, как все работает. Но этого недостаточно, потому что вот мне больше всего нравится сравнение, что такое хохма – это божественная мудрость, и что такое бина – логика, и что такое дат – восприятие. Смотрите, вот в чем разница. Первая – хохма, божественная мудрость. Самое четкое объяснение вот этих вот качеств ума. Маленький ребенок, ему мама говорит: «Сынок, запомни правила. На крышу не лазить, с крыши не прыгать». Понятно? Вот запомни правила. На крышу не лазить, с крыши не прыгать. Понял? Он говорит: «Почему?» Она говорит: «Закон. Все, закон. Я тебе сказала, на крышу не лазить, с крыши не прыгать. Аксиома». Значит, ребенок этот думает: ну, непонятно вообще, но аксиома, это хохма, божественная мудрость. Бог сказал: это добро, это зло, это правильно, это неправильно. И установил вот эти законы. Почему неправильно, например, там, вот Беня может задать вопрос, почему неправильно воровать? Ну, кто сказал, что нельзя? Ну, почему нельзя? Ну, логика, какая в этом логика, да? Лежит вещь, мне она нравится, почему нельзя? Если это там вот Давида телефон, почему не могу его взять, если он отвернулся? Он же его не видит сейчас. Ну, если взять логику обычную, да, могу взять. Мне нужен телефон, ему не нужен. Раз он отвернулся, ему не нужен. Или, может быть, ему и нужен, но мне нужнее. Ну, есть в этом логика? Есть. Но Бог сказал: нет, нельзя брать чужого. То есть это аксиома. Почему нельзя, непонятно, но нельзя. Теперь, значит, маленький ребенок услышал от мамы, что на дерево залазить нельзя. О, на крышу залазить нельзя, прыгать с него нельзя. А на дерево можно или нельзя? Про дерево же мама не говорила? Не говорила. Теперь, если у него есть логика, он поймет, что нет разницы между высоким деревом и крышей. Это логика. То есть он берет правило, которое установлено аксиома, на крышу лазить нельзя, прыгать с нее нельзя, и делает из нее вывод на дерево, если у него логика работает, что раз крышу нельзя, значит дерево нельзя, она тоже высокая. Понятно, да, что такое логика? Это бина. Качество называется строительство, понимать вещь из вещи. Теперь следующий момент. А что такое даат, что такое восприятие? Все-таки этот ребенок залез на крышу. Он не послушался маму. И он залез на крышу, и мама ему сказала правило, что прыгать нельзя. Но он смотрит с крыши высоко. И он как бы... Это не понимание, это не логика, это прям конкретное восприятие. Он понимает, что если он с крыши прыгнет, он разобьется. То есть ему не нужно для этого ни логика, ни аксиомы. То есть он смотрит сверху вниз и видит, все, это там 30 метров лететь, и лепешка внизу будет, да? И все, ему даже это проверять не надо. Понятно, да, разница между хохма, бина и даат? Но если у него нарушен даат, если у него система, например, вот мы мир воспринимаем, и как бы, ну, нормально, что я могу видеть, и отсюда определять расстояние. А как ты можешь определять расстояние? Ведь у человека восприятие мира устроено, у него есть внутри в глазе палочки, колбочки какие-то, да? И ты смотришь, тебе попадает свет, бьет по колбочкам, они бьют по палочкам, у тебя внутри там пошел сигнал по мозгу, и у тебя сложилась картинка, и ты думаешь, далеко. Как далеко? Откуда эти палочки, колбочки знают, далеко, недалеко? Это называется даат. Это Бог дал нам вот это вот уникальное такое вот качество создавать мир у себя в голове. То есть человек не воспринимает мир, он его создает на базе своих прошлых знаний, фильтров. И у него сложена такая вроде бы внятная картинка. Это называется даат, восприятие мира. Хорошо. Теперь, значит, сказал царь Соломон своему сыну, у царя Соломона, к чему это все рассказываю, у него была заполнена голова, только была заполнена самым качественным божественным знанием, хохмой. То есть он от Бога прямо выучил всю Тору, его папа был царь Давид, и он от царя Давида. То есть он знал все аксиомы, у него была невероятная логика такая, что он понимал, вплоть до того, что он понимал язык птиц. Он понимал язык птиц, язык животных, он знал, он был царем над миром, еще и демонов, там есть мир демонов, он даже туда заходил. То есть он был реально, ну, то есть самый мощный умом человек в мире. И он говорил своему сыну: «Хахам бни, умудряйся, сынок, он говорит, и будет радоваться мое сердце». То есть радость сердца есть только от понимания. Когда у тебя есть четкое понимание, у тебя есть радость сердца. Нету, нету. Теперь 12 отрывок, сегодня мы продолжаем 27 главы. Он говорит:
Арум Ра-Ра Нистар. Таим Авровы не нашел. Значит, хитрый увидел зло, и он спрятался. А наивные, они пошли и были наказаны. Что значит хитрый увидел зло и спрятался? Значит, хитрый, кто такой хитрый? Хитрость – это свойство ума, которое очень похоже на логику. Но чем отличается хитрость от логики? Хитрость от логики отличается тем, что хитрый, он учился таким эмпирическим путем. То есть он учился путем методов тык. И он выучил такую реальность, то есть он понимает суть вещей и так далее. И хитрый он просматривает ситуацию на несколько ходов вперед. То есть он смотрит на несколько ходов вперед вот эту вот информацию, он смотрит там на Беню, думает, так, Беня, значит, спортивного вида, значит, культурист. Это хитрый. Это логика, значит, культурист. Теперь хитрый, он думает, с Беней лучше не связываться, потому что если Беня, значит, ну, культурист, то он может и, ну, как бы у него, может, мозгов нет, он агрессивный, да? Но хитрый, он увидел, как бы, потенциальное зло и спрятался. А наивные, они, значит, прошли и были наказаны. То есть, что значит? Наивный человек, он не думает о последствиях. Он видит картинку однозначно. Вот он видит, что Беня там сел на его стул. Ему не важно, что Беня культурист. Наивный подойдет, скажет, вставай со стула, что ты тут расселся, да? А хитрый, он скажет, вас, мне кажется, звали к телефону. Он как бы скажет, вас к телефону звали. Беня встанет, он сядет. Все, это хитро. Это разница между наивным и хитрым. Понятно? Но так как мы все-таки изучаем Тору, а не мудрости, как стул захватывать, то здесь речь идет о том, что хитрый смотрит на мир вокруг себя. И он вычисляет, что происходит. Он видит, что происходит с людьми. И он видит, там, где у людей опасность часто бывает, он туда не лезет. Ну, по-простому. Хорошо, давайте дальше. Дальше 13 отрывок. Вот тут 13 отрывок без подготовки специальной не поймешь. Вообще нельзя понять 13 отрывок без специальной подготовки. Сейчас я вам чуть-чуть должен одну вводную часть дать по 13 отрывку. Сейчас, секундочку. Потому что... так, секунду. Эйтан, вот есть вот перевод на русский? Да, так, сейчас. Вот давай, как переводят? Возьми его платье. Давай. Значит, переводя так. 13 отрывок. Возьми платье его, дословно. Как бигдо и арав зара. Потому что гарант чужой. Так переводят? Возьми платье, так как он поручился за чужого. Так как он поручился за чужого. Переводят, но дословно звучит так. Возьми платье его, потому что поручился за чужого. Убы адно хрия хавлегу. И в руке чужого его... залог. Из-за сторонних переводят, возьми залог. В общем, смотрите, без подготовки непонятно. Почему забрать его одежду? Потому что он гарант за другого, и из-за чужого заберут у него залог. О чем речь идет? Речь идет о том, смотрите, это продолжение истории про хитрого. Продолжение истории про хитрого, который видит зло, и он опасается. Вот суть вопроса. По Торе, если человек попал в затруднительную ситуацию с деньгами, есть заповедь ему помочь. Как ему помочь? Есть два варианта помощи. Можно ему занять денег, можно ему дать деньги безвозмездно. Лучше всего дать ему работу, чтобы он заработал, например, да, чтобы тогда это честно. Ну, то есть это и ты и помог, и он тебе не чувствует себя никак обязанным, потому что это, ну, это работа, это обмен, он заработал. Именно поэтому Бог нам всем, он мог бы нам всем дать там рай вот так вот просто сразу. Он говорит, ну, вам будет неприятно. Это как подачка такая, да. Вам будет приятно, если вы потрудитесь, победите свой яцерара, повоюете с ним и заработаете себе вечную жизнь. Это как бы смысл, почему Бог нам создает все вот эти вот сложности. Теперь, значит, все сложности нам создаются, чтобы мы преодолевали сложности и зарабатывали баллы. Теперь приходит человек к тебе
и говорит: ой, мне сложно, значит, мне нужны деньги, там, помоги. По Торе ты помочь ему должен, но ты не должен сделать это в убыток себе. То есть ты не должен сделать. Поэтому, если у тебя есть возможность просто ему подарить деньги, подари. Это называется цдака. Бог, когда дает каждому из нас заработок, он вкладывает туда часть заработка для того, чтобы мы помогали другим людям. То есть это как раз вот этот вот массер, десятая часть, которая идет на то, чтобы помогать другим, тем, у кого нет возможности. Это как бы заранее Бог тебе дает эту часть, чтобы ты ее раздал. Ну, допустим, ты уже ее раздал, а он тебе приходит, говорит: помоги. Тогда ты можешь ему сказать: я тебе дам взаймы. А потому что я уже, ну как, раздать я не могу, деньги у меня есть, но взаймы я тебе могу дать. Но тут нас Тора предупреждает, что ты, это же помощь, ты не имеешь права ему давать под проценты, но ты же не должен терять. Так что нам советует Тора сделать? Тора нам советует взять у него залог. То есть он же занять хочет. Если он хочет занять деньги, тогда он должен обеспечить, ну, гарантию того, что он их вернет. И он оставляет какой-то залог. Теперь, если он, или же он должен дать поручителя, который, если он не вернет, поручитель вернет. Этот поручитель называется гарант. Теперь Тора нам говорит: ну, если он бедный, ему, то есть он оставляет в залог свою одежду, там, то ты эту одежду должен ему вернуть. То есть даже если он тебе деньги не вернул, но если это его последняя одежда, которая, ну, то есть ты не можешь его лишить последней одежды, ты должен ему вернуть эту одежду. Такой закон. Теперь, как звучит отрывок? Возьми одежду его, потому что поручился за чужого. И из-за того, что ты поручился за чужого, заберут у тебя твой залог. Теперь смотрите, в чем прикол интересный. Например, Беня приходит и говорит Кайтану: займи мне деньги. И там говорит: ты знаешь, я тебе могу занять $100, но как бы, а как я буду уверен, что ты мне отдашь? Беня говорит: вот мой последний iPhone, последний у меня, то есть нет, последний iPhone. Я тебе оставляю iPhone в залог, и значит, не верну, значит, продашь iPhone за $100, все. И там говорит: хорошо. Потом Беня приходит вечером с друзьями, с друганами. И говорит: ты знаешь, это же был последний мой iPhone. Верни мне, мне звонить надо. А деньги? Ну, по Торе нету сейчас у меня. Тяжелое положение. Верни мне залог. Верни мне мой залог, iPhone. И Итан ему должен вернуть залог, потому что он... ну, такие правила. Вернул ему залог. Теперь, но если Беня, он был хитрый, и он привел с собой Жору, и говорит: Итан, смотри, значит... вот мне нужны деньги, $100, но я тебе залог оставить не могу, Жора за меня поручается. Жора за меня поручается, значит, он, если я не верну, он вернет. И там говорит: а я Жору первый раз вижу, вернет он, не вернет, пускай он мне залог оставит свой iPhone. Беня, даже он не оставляет iPhone, он просто поручился за Беню. Жора поручился за Беню, что он, если Беня не вернет, Жора вернет. Он стал гарантом за Беню, прогарантировал. А Беня не вернул. Беня забухал, эти $100 взял, забухал и не вернул. Теперь Итан приходит к Жоре, говорит: верни деньги. Жора говорит: ну слушай, я был гарантом, там то все. Итан говорит: все, ты был гарантом, ты должен вернуть деньги. И он может у Жоры забрать все и не отдавать ему, потому что залог он должен был вернуть только конкретно тому, кто занимал. Но если за него кто-то другой гарант, то нет. О чем идет этот? Это чуть запутанный отрывок, но мудрость здесь такая: не поручайся ни за кого. То есть ты не можешь быть уверен, что ты за себя не можешь быть уверен, что будет с тобой завтра, как будет. Но когда ты поручаешься за кого-то, когда ты даешь ему деньги, это очень часто у меня в жизни конкретно я терял очень таких хороших друзей, потому что он друг, потом занимает деньги. И в этот момент он перестает тебе быть почему-то другом, потому что, ну, как-то он не хочет отдавать деньги. Понимаете? То есть и ты не знаешь, он не хочет отдавать деньги не потому, что он плохой человек, а потому что у него занял деньги кто-то другой, его подвел, и третий подвел, и пятый подвел. Вот здесь эти отрывки, они слеплены, потому что хитрый, он видит продолжение на 2-3 шага, и он понимает, что когда человек
у тебя там занимает, или ну как-то ты вступаешь с кем-то во взаимодействие, ты не знаешь, что с ним будет. Там уже ты не можешь просчитать. Ты еще можешь как-то просчитать то, что с тобой связано. То, что с ним связано, ты понятия не имеешь. Поэтому тут же нам идет 13-й отрывок. Не поручайся за чужого. Не поручайся. Потому что ты не знаешь вообще ничего, что с ним будет. А попадет он в неприятность, попадешь ты в неприятность. Понятно, да? Это вот это все антиинвестиционная и пирамидальная практика здесь. То есть не влазь в ту комбинацию, которую ты не контролируешь. То есть если ты не знаешь, если ты зависишь от действий других людей, то там ты полностью ты, как сказать, бессильный вообще в этой ситуации. Понятно? И тем более не поручается ни за кого. Ну, ко всему. То есть ты не знаешь, что будет с другими людьми. Вот Марина Шувалова пишет, Эйтан, не верим, они тебя обманут. Спасибо. Спасибо, Марина. Да. 14-й отрывок. Вообще тоже интересно. 14-й отрывок тоже очень сильно ломает представление о как надо себя вести. 14-й отрывок звучит так, что тот, кто благословляет ближнего своего громко, утром просыпается, проклятие считается ему. Благословляющий, мывара краегу, благословляющий ближнего, быколь гадоль, громким голосом, голосом большим. Баботер эшким, утром проснется, проклятие считается ему. Если кто благословляет ближнего своего громким голосом рано по утру, как проклятие считается ему? Ну вот, перевод это как стихами. Если благословляет ближнего громким голосом поутру, как проклятие засчитается ему. Как это может быть? Вообще, вот объясните, как может быть? Человек благословляет ближнего громким голосом поутру, как проклятие засчитается ему. Значит, объясняют мудрецы следующим образом. Вот, например, Эйтан помог Бене. Кстати, он ему дал $100, и, значит, и потом Беня ему говорит, Эйтан, нету у меня, Эйтан говорит, ну ладно, типа, пусть будет. И Беня пишет в Фейсбуке пост. Эйтан занял мне $100, а потом у меня не было, и он мне простил. Молодец, Эйтан, молодец. И на следующий день у Эйтана стоит очередь студентов, значит, займи $100, займи $100, займи $100. А Эйтан, у него, он, почему Беня занял? У него как бы правило такое, ему тяжело отказывать. И тут Эйтан попадает в ситуацию, когда у него все занимают, ему тяжело отказывать. Он или должен отказывать и мучаться, или он должен давать и терять. Получается, что то, что Беня в Фейсбуке громко благословил Эйтана, что он ему дал $100 и потом простил и не потребовал обратно, вместо плюса Эйтану, что он сделал? Подстава, минус. Представляете? То есть даже в такой вещи на втором шаге ты не знаешь, что будет. Понятно, да, идея? Прославляет, например, кто-то, значит, проклятие засчитается ему. Тут есть еще один нюанс такой, что Тора очень сильно, тут хотите верьте, хотите нет, но Тора очень сильно говорит, что есть такое понятие, как айнара, злой глаз. Что злой глаз, он очень сильно влияет на жизнь человека. Как это работает? Давайте сейчас вот на этом разберемся, потому что здесь было конкретно про злой глаз. Значит, мы уже, первый отрывок был в 27 главе, написано так. Не хвастайся завтрашним днем, что ты не знаешь, что родит день. Отлично. Значит, вот человек задумал себе что-то. Вот задумал, например, Беня, все-таки занять у Эйтана деньги. И он, значит, задумал и сидит и думает, так, займу я деньги втихушку. Пока он втихушку думает, то на этом есть благословение. Благословение есть вещи, скрытые от глаз. То есть он задумал хорошее дело, и никому о нем не рассказывает, и он тихонечко себе пошел, и никто не знает, что он хочет занять у Эйтана деньги. Он пошел, спокойненько помолился, приходит, говорит, Эйтан, значит, займи мне деньги. Эйтан говорит, хорошо, Беня, дал ему $100, все. Теперь, значит, но если Беня говорит Жоре, с утра. Я пойду сегодня вечером у Эйтана займу $100, и он мне точно даст вообще, там вообще точно мне даст.
А Жора, например, сидит и думает, вот вообще Беня, почему ему в жизни так везет? Вот почему одним все, а другим ничего? Почему ему даже и танк сегодня вечером $100 займет? Ну что за несправедливость такая? А у меня ни и танк мне не займет, ни там, и жизнь у меня там, например, ну не Жора, ну например, у меня, я, ну там, и он как-то из-за этого пострадал внутри. То есть он пострадал, и он внутри думает, ну, обиделся он, его это обидело, например, да? Ну, как-то обидело. А ведь у людей очень включена зависть. Ну, чувство такое зависть есть у всех людей, это прошивка. И получается, что вот эта вот идея, пока ведь есть идея занять $100, еще это не сложилось. Но вот эта идея, в этот момент на нее начинает уже отрицательно влиять то, что уже сама идея кого-то обидела, Жору. Жора там из-за этого расстроился, да? Дальше. Беня, значит, идет, и дальше он еще кому-то рассказал. Идет, говорит, у меня вечером $100 будет, гуляем, парни, все. А парни, они расстроились из-за этого. Рав Стефанский услышал и говорит, ничего себе, Итан, да? Итан студентам деньги раздает, и все такое. Ничего себе, что это за дела такие, да? И все, и Беня приходит, а у Итана в это время... То есть уже на небе вот эта вот идея о том, что будут деньги, она уже все, на ней уже стоит крест. Уже она не, ну то есть уже печать стоит, что она не сбудется. Ну не крест стоит, а это самое, да. И значит, поэтому нельзя рассказывать о том, что ты собираешься сделать. Нельзя об этом рассказывать, нельзя хвастаться. То есть можно рассказывать то, что было, уже было. Это уже нельзя испортить, айнара. То есть уже оно было, это факт. Но то, что ты только создаешь, то, что ты выдумываешь, то, что ты планируешь, на этом, если ты рассказываешь о том, что будет, да, оно должно быть в тайне. В Талмуде написано, что благословение есть только на вещи, спрятанные от глаз. То, что спрятано от глаз, на нем есть благословение. То, что открыто, если оно уже открыто, то его уже испортить сложно, оно уже есть, вот стоит дом. Но то, что покамест, у тебя растет куст какой-нибудь, да, трава там какая-то выращивается и так далее, это легко можно испортить вот этим вот злым глазом. Поэтому здесь нам сказано, что тот, кто благословляет ближнего своего громким голосом, утром просыпается, и ему будет считаться это как проклятие. Кому будет считаться проклятие, тому другу будет считаться как проклятие. То есть то благословение, которым ты хочешь как бы сделать лучше, если оно направлено особенно на будущее, то это наоборот может повлиять отрицательно. Поэтому прилетел один еврей в Борисполь, ну, его пограничник спрашивает, да, он такой религиозный был еврей, как раз учил Мишли, его спрашивает пограничник, ну что, откуда прибыли? Он говорит, какие прибыли? Прибыли вообще нет, одни убытки. Одни убытки. То есть лучше не хвастаться, лучше быть скромным, лучше все держать в тайне. Если ты держишь в тайне все, и даже когда тебе сделали доброе дело, то ты об этом не кричишь громко, а ты самому человеку говоришь, спасибо тебе большое за то, что ты мне помог. И у тебя больше шансов, что этот человек поможет тебе в дальнейшем, и что никто не повредит ни тебе, ни ему. Понятно? То есть лучше путь Торы – это ходить скромно, написано «Батинат Лехем и Машем Элокейка». То есть ходи в скромности, в скрытности с Богом Всесильным твоим. Все, это как бы путь Торы, не выделываться, быть скромным. Моше Рабейну был Анав Миколь Адам, он был скромный, ну, самый скромный из всех людей. И это более правильно для хитрого человека не выставляться, не подставляться, не слишком там афишировать, да, свои там даже успехи, потому что даже рассказы успеха может кого-то обидеть. Хорошо, друзья, все, сделайте выводы, которые у вас есть. Давайте, мы сегодня изучили 3 отрывка. Какие выводы? У меня первый отрывок, что нужно быть просчитанным, то есть нужно стараться просчитывать последствия своих действий. Обязательно это быть хитрым, это умение видеть на несколько шагов вперед. Второе. Нина, ты можешь просчитать последствия своих действий, но ты никогда не можешь просчитать последствия действий других людей. И как только в схеме есть человек, а за ним он зависит еще от кого-то, то все, это уже непросчитываемые комбинации. Поэтому лучше не быть гарантом ни за кого. И третье, что когда ты благословляешь, казалось бы, и делаешь хорошее дело, и в этом хорошем деле ты можешь повредить, и ты можешь сделать
минус тому, кого ты благословляешь, если это делаешь неправильно, и сделать минус себе. Вот это три. Сегодня была отрывка о том, как надо быть просчитанным, продуманным и умным, хитрым и умным. Все. Сделайте, пожалуйста, свои выводы и с Божьей помощью, чтобы у вас был прекрасный день, чтобы вы никого не обижали, никто не обижал вас, чтобы был шалом, любовь, гармония, спокойствие и все тихонечко, но хорошо. Да.